Всем-всем огромный привет! Я рада приветствовать вас, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Приглашаю вас сегодня к себе в гости на небольшой влог. Но праздники и выходные дни у нас закончились. Утро я свое начинаю с того, что хочу подтереть немножечко полы. На такое ведро и швабру я вам делала обзорчик. Этот товар от компании Greenway. Отличная швабра, отличная ведерко. Но оператором у меня сегодня с утра была Снежана, так как ей ко второму уроку. Но в этом видео мы с вами будем тестить нашу сковороду, которую мне подарили на день рождения. Ну и по традиции скажу свои волшебные слова. Каждому из вас я желаю крепкого здоровья, отличного настроения и приятного просмотра. Ссылочку на такую сковороду я оставлю в описании. Сейчас я хочу протестить нашу сковородочку. Ее я помыла, она сейчас у нас текет. Не будем пробовать. Так, что нам нужно? Девочки, делала курочку, лучок. В общем, делала подливку с курочкой, с кусочками, с большими. Не едят, не едят. Нужно куда-то использовать. Вот не едят и все. Сейчас нашу курочку мы распотрошим несколько кусочков и добавим в омлетик. Вчера готовила рис пропаренный. Мне очень нравится, он не разваривается. Получается крупинка крупинки. Вот. Хотя спросила, что будем готовить. Все плечами пожали. Я говорю, рис с курицей будете? Ну, вроде как да. Рису поели. Курицы не притронулись, мать съела два куска и все. И на том спасибо. Сейчас у нас подростки бутерброды, чай. Вот. Сейчас хочу все-таки я протестить нашу сковородку, потому что я до сих пор не могу осмелиться на ней что-то приготовить. Сейчас быстренько курочку распотрошим. Ставлю для себя пару кусочков. Сейчас подогрею рис. И с курочкой, с подливкой позавтракаю. Так, не знаю, еще, наверное, кусочек. Попробуем. Вот еще, наверное, кусочек сделаю. Отвезла Тему в детский сад, приехала домой, быстренько навела марафет, немножечко сделала влажную уборку, вот, пыли, не знаю, хоть каждый день мой, протирай. Так, включаем плиту. Так, включаем мы плиту. Так, курочку нашу сразу же убираем, чтобы она не стояла. Так, курочка у нас готова. Это раз.
сковороду я с утра. Вот она, наша сковорода. Будем пробовать. Сейчас я вас наклоню. У нас вас было видно. Так, плита раскочегарилась. Устанавливаем. Так, и наливаем по чуть-чуть масла в каждую ячеечку. Так, по чуть-чуть. Не знаю, ни разу не пробовала, но отзывы так почитала. Отзывы почитала. Вроде пишут, что штука-то классная. Вам я уже показывала. Слава богу, я купила все-таки вот такую силиконовую кисточку. Ну, вот эта кисточка шла в комплекте вот с этой сковородой. Ну, а ранее я вам показывала, что я купила кисточку. То вот тоже хают люди. Ты мазюкаешь, говорит, этот, как его, пироги мазюкаешь руками. Это, ну и что? Мне так удобно. Я сама себе хозяйка. Берем кусочек небольшой твердого сыра. Вот, вот так немножко отрежу. А то я все время раз-раз нашинкую. Дети приходят с работы. Ой, со школы, с училища. Никита спросил. Мама говорит, это что за откусыши? Я говорю, это я готовила. А что отрезать нельзя было? От и эту вот, где я резала, вышинковала. Он так раз ножичком отрезал. Говорит, как будто бы тут откусано. Я говорю, я еще буду откусано это класть обратно в пакет. Так, натираем немножечко сыру. Это наш сегодняшний первый эксперимент. Так, что я хочу? Так, что я хочу? Так, сейчас посмотрим. Так, сейчас я вас переверну. Так, начинаем. Тут все разогрелось. Да. Хочу я положить вот в каждую ячеечку немножечко курочки. Я вам честно скажу, как-то по лету я вам показывала вафельницу. Я ничего на ней еще не стряпала. Так, вилкой сильно тыкать не будем. Почему? Потому что это все у нас непригораемая поверхность. Ну и начнем вбивать сюда наше яйцо. Так, одно яйцо у меня разбилось. Ну, в принципе, ничего страшного. Так. Также мне нужна соль. У меня вчера, кстати, закончилась соль. Сейчас будем пробовать вот эту открывать. Так. Вот. Вчера готовила, соль закончилась. Думаю, ну ё-моё, а. Так. Наша соль. Чуть-чуть. Так, подсолили. Ну, не знаю, наверное, сразу же сделаем сыр. Сыру люблю, чтобы было очень много. Мы обычно, если, допустим, не доедаем сыр, я вижу, что вот он уже вот-вот на выброс. Я просто беру в морозилку кусок. Кусок в морозилку. И потом, когда стряпаю, допустим, эту же пиццу, я это все использую. Так. Очень медленно, конечно, у меня все это получается, потому что я первый раз, я даже не знаю, как это все действует. Прикрываем. Прикрываем, мои дорогие девочки, мальчики. Так, прикрываем. Это все пока посудомоечную машину, в мойку, потом мы все покладем в посудомоечную машину. Так. У сыра что-то у меня порвалась вся пленка. Кстати, в свое время очень много я покупала вот такой вот пищевой пленки, когда только-только еще открывался такой магазин, как Светофор, Доброцен. Там были на них очень такие большие скидки, но вот все когда-нибудь заканчивается. Так. Можно было, ну сейчас посмотрим вообще, как это все получилось.
что за вкуснятина, вместе с вами попробуем. Так, какую мы возьмем красивую тарелочку. Так, сейчас все посмотрим. Так, и лопатка. Так, лопатка. Где-то у меня была лопатка. Сейчас посмотрим. Так, а лопатку я не помыла. Сейчас мы ее быстренько сполоснем. Так, я боюсь, что у нас тут уже просто все. Так, убираем пока. Пока убираем. Так, а я тем временем хочу сполоснуть лопатку. Так. Я совсем про нее забыла. Так, ну что? Будем смотреть, что у нас получилось. Так, сейчас я вас настрою. Так. Так. Здесь, в принципе, можно и оладушки. Не знаю, как у нас сейчас это все будет убираться. В общем, все делаю на ваших глазах. Ну, штука, конечно, прикольная. Вот я думаю, туда, если, допустим, даже добавить... Ну, в виде, я думаю, мини-пицц. Дети, наверное, будут вообще в восторге. Сейчас Снежану позовем. Ей к 4-му уроку. Сейчас позовем Снежу. Снежана! А ты можешь... нам подойти с подписчиками? Подойдешь? Возьми вилочку. Хочешь попробовать эту вкуснятину? А? Хочешь попробовать? Так, давай мы сейчас тебе... Что, тебе в эту тарелочку положилось? Поздоровайся с подписчиками. Поздоровайся. Так, давай я вот так вот переверну вкуснятину. Классно. Вот такие они получились. Ой, на сковородку. Да. Ну, пробуй. Нет, ты попробуй, нам скажешь. Я тоже возьму вилочку, тоже хочу попробовать. Там сырочек, яичко и курочка, которую вы не кушали. Ну, что? Вкусно. Ага. Кусочек хлебушка возьмешь? Не хочешь? Ну, все. Спасибо. Пожалуйста. Говорит, вкусно. Сейчас попробуем. Ничего не пригорело. Все вообще отлично. Так, попробуем. Ну, можно было... Вот я не очень люблю, когда вот это вот по тарелке растекается яйцо. Ну, сейчас в следующий раз можно же взбивать. В следующий раз я хочу сделать мини-пиццы. Сейчас попробуем. Я вам скажу. Все вполне прожарилось. Запах классный. Ссылочку я вам на нее оставляла. Кто еще не видел, это видеоролик о моем маленьком дне. Мой маленький день рождения. Отличное сочетание. Там я оставила ссылочку вот на такую сковородку. Ее мне подарили, девочки, вкуснятина. У меня сразу же возник план, прошу прощения, возник план сделать реально мини-пиццы. Выходные, ну, может, не в эти, в следующие. Я попробую, заведу тесто, туда добавлю, значит, помидорку, может, курочку копченую или колбаску меленько порежу, сырочек и... Вот, напеку вот такие маленькие мини-пиццы. Ну, много не буду, потому что мало ли есть не будут. Кушать не будут. И, ну, так-то вот мы едим, потому что я на сковородке в прошлый раз как-то вот вам выставляла вот такие маленькие мини-пиццы.
кушали, очень вкусно. Даже, кстати, у меня подруга, буквально недавно созванивались, и чем занимаешься, что готовишь, да все, говорит. А я, говорит, это мини-пицца делаю. Я говорю, что за мини-пицца? Она говорит, здравствуйте, приехали. Прошу прощения. Те, говорит, которые ты, я говорю, а, я думала, что-то новенькое. Нет, говорит, а ничего, говорит. Съели, только, говорит, в общем, за обе щеки съели, вкуснятина. Просто там мы накладывали ложкой. Кстати, подруга звонит. Сейчас перезвоню. Вот, только мы там накладывали ложкой. Они у нас получались такие длинненькие, а тут будем накладывать ложечкой. Они у нас будут кругленькие получаться. Ну, интересная штука. Сколько уже там стоит, я не помню. Все, посмотрите, кому надо, кто кого заинтересовало. Курочка, яичко и сырочек. Это просто сочетание превосходно. Обязательно нужно нам с вами протестить нашу хваленую вафельницу. До сих пор я не воспользовалась. Даже честно вам скажу, возможно, вообще пришла нерабочая, я ведь ее не проверяла. Вот. Ну что, Снежан, вкуснятина? Мини-пиццы будем делать? Угу. Одну оставим Никите, попробует, оценит, даст свой ответ. Ну, вкусно. Угу. Вкусно. Ты все собираться сейчас будешь? Вкуснятина. Так, ну все. На этом вот такое вот маленькое утро у меня получилось. Помыла. Маленько все почистила. Все, на этом я буду подходить к завершению. Сегодня нам с Тёмушкой на занятия. Всем спасибо за подписку. Всем спасибо, что смотрите, что не задаете лишних вопросов. Каждому из вас я хочу пожелать всего самого доброго, светлого, а самое главное, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Ну и как я люблю сказать, я вас всех люблю. Всем пока-пока.